установки блок нужна стеклянная банка и крышка. Блок помещают внутрь банки и закрывают ее. Затем оставляют на 3 дня. Когда же банка открывается, ни одна блоха не может выпрыгнуть из нее. На самом деле, блохи никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня, установленного им крышкой. Их поведение теперь неизменно до конца жизни. И даже при размножении, их потомство будет следовать их примеру. Выйдите из круга и живите, не ограничивая себя воображаемой крышкой. Теперь сыграем еще в одну игру. Она доведет вас до стресса, чтобы вы научились управлять им. Помните? Эта игра называется Perfection. Она повергает в состояние стресса детей всех возрастов вот уже более 30 лет. Задача — вставить фигурки в правильное отверстие за отведенное время. Если не успеете, то проиграете. Сама по себе игра и так достаточно сложна. Однако комик Бен Бейли поможет повысить напряжение. Что такое? Хорошо. Как у вас дела? Хорошо. Мы поиграем в Perfection. Да. Уверены в своих силах? Совсем нет. Мы пригласили скромного парня по имени Бен, который приободрит вас. Привет, как поживаешь? Привет. Игроки попытаются заполнить доску, пока Бен будет выводить их из себя. Присоединяйтесь к игре у себя дома. Посмотрим, сможете ли вы сопоставить фигуры раньше их. Три, готовы? Два, один. Вдруг вы запоминали, да? Ну же, чувак, поспеши, вставляй это сюда. Да ладно, я бы лучше справился ногами. Ты не играл в фигуры в детском саду? Не та. Было бы хуже, будь я там. Отвлекались бы они сильнее. Вы напоминаете мне моего отца. Это бы разозлило вас? Боже мой, это целая вечность. Это Ром? Вы очень грубы. Игроки справились неважно. Как считаете, комментарии Бена могли отчасти привести к плохим результатам? Было бы лучше, если бы мне никто не грубил. Да. Что ты творишь? Как вы считаете, используют ли они Бена, чтобы оправдать свое поражение? А что будет, если на этот раз Бен предложит свою помощь? Джентльмен Бен станет еще учтивее. Как вы считаете, сыграют ли они от этого лучше? Скоро мы это выясним. Отлично, вы прекрасно начали. Так, дело в шляпе, никаких проблем. Да, у вас прекрасно получается. Дышите глубже. Все отлично, не волнуйтесь. Нет. Не паникуйте. Времени достаточно, да. Не смотрите на часы. Сосредоточьтесь на фигурах. Верно, вы справитесь, да. Что ж, результаты говорят сами за себя. Когда Бен давал негативную оценку, что ты творишь? Лишь одному из 5 добровольцев удалось справиться с заданием. Боже мой. Но когда он подбадривал игроков, вы почти у цели, то справились 4 из 5. Выбор очевиден. Перед лицом тяжелого задания... Ну же! Благодаря словам поддержки можно добиться намного более высоких результатов. Таким образом, в условиях стресса постарайтесь свести негатив к минимуму. И усильте позитивный настрой.